В настоящее время региональное отделение Общероссийского народного фронта проводит мониторинг качества выполнения работ управляющими компаниями. Мы собираем все сведения, поступающие от граждан, о нарушении их законных прав, о навязывании дополнительных услуг за дополнительную плату, о несоответствии тарифов ЖКХ, оказываемым услугам и работам. От жителей города-курорта Анапа в наш адрес также поступают возмущенные заявления на достаточную дороговизну услуг жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем собирать все поступающие к нам обращения для того, чтобы провести потом анализ и передать соответствующим надзорным или контрольным органам эти заявки. Мы считаем, что проблемы или аппетиты управляющих компаний не должны ложиться на плечи плательщиков коммунальных услуг.